Вітаю в ефірі студія «Репортер». Наш канал продовжує підбивати підсумки незвичного году 2020-го, спортивні підсумки також. Радий вітати в нашій студії свого товариша, дворазового олімпійського чемпіона, головного тренера збірної України з веслування Юрія Чебина. Юрія, вітаю вас. Добрий вечір. 2020 рік справді був такий рік важкий для спортсменів. Спортсмени не виключення, вони живі люди, вони жили тим, чим живемо ми. Для збірної України з веслування чим рік запам'ятався, я пригадую, що дійсно, коли в березні все почалося, ви були на звичайних олімпійських зборах, взагалі, 2020 рік, рік Олімпіади, ми мали обговорювати підсумки Олімпіади в Токіо, але не судилося. Да, действительно, так и есть. Я думаю, что никто не загадывал наперед, никто не хотел таких, развития таких событий. Но мы имеем ситуацию, какую имеем. Мы готовились в январе, феврале и в марте в Италии, так как, в принципе, согласно календарю подготовки. Как раз нас эта пандемия застигла врасплох. Мы находились как раз в Италии, на Сардинии, это маленький остров. Вот. И, собственно говоря, оттуда нас депортировали. Уже со временем, конечно, не получилось закончить мероприятие. Но, тем не менее, как есть, все живы-здоровы. В полном составе команда вернулась на территорию Украины. В принципе, и уже с того времени мы уже переживаем все это совместно. Як взагалі триває підготовка до Олімпіади, тому що Олімпіаду не скасували, її перенесли, але перенесли на рік, і ці 12 місяців чимось потрібно займатися. Все здвинулося на кілька місяців, збори, тренування, все змінилося. Да, у нас календарь тоже поменялся, внутренних соревнований и международных. Международные соревнования на самом деле многие отменились. И до последнего момента мы не знали даже, на какие соревнования мы отбираемся. Мы решили, Федерация каноэ Украины собралась в составе ВКонкома и решили, приняли решение проводить все-таки внутренние чемпионаты для того, чтобы отобрать и подвести свои итоги, независимо от международных соревнований. Вот. Значит, у нас были проведены чемпионаты Украины по всем возрастам. Вот. Также у нас, конечно, вывалились с нашего графика, это апрель и июнь, и май тоже. Мы не готовились вот эти месяца. Потом Вадим Маркович Гусаев, наш министр, все-таки добился возможности финансирования и дальше на подготовку наших олимпийцев. И мы продолжили уже с конца июня, мы уже продолжили подготовку, и по сей день мы уже, в принципе, готовимся дальше на Олимпийские игры. В этом году мы приняли участие в Кубке мира. Это были единственные соревнования, которые были в этом году проведены по старшему году. И также мы приняли участие в соревнованиях среди юнакив и молодежи. Это «Олимпийские надежды» называются. Это новые соревнования, которые еще не входят, скажем так, в общепризнанные миром. Но там участвует порядка 15, больше 15 стран. Ви як головний тренер національної збірної, чи задоволені, по-перше, якістю підготовки і результатами, які демонстрували, зважаючи на коронавірусну ситуацію, на коронакризу, як називається цей період життя ваших спортсменів? Скажу, поначалу было, конечно, очень тяжело, потому что когда есть конечная цель, а цель, конечно, у каждого спортсмена олимпийских видов – это Олимпийские игры, конечно же. Вот. Поначалу было очень тяжело именно с моральной точки зрения, потому что спортсмены были демотивированы, они не знали, к чему готовиться дальше. Вот. Но мы собрались опять же своим узким кругом и поставили задачу, что независимо от того, есть у нас Олимпийские игры или нет, мы все равно продолжаем подготовку, будь то там чемпионат мира, к примеру, там, или Кубок мира и так далее. В первую очередь они спортсмены, а спортсмены оцениваются по их результату. И в любом случае мы будем подводить итог. Поэтому перенастроили, как говорится, свой внутренний компас на другие мероприятия ниже рангом и продолжили свою подготовку.
В этом году у нас, конечно, нету феноменальных результатов, но как бы есть маленькие победы. Вот могу о них парочку рассказать. Да, вот наша спортсменка с Одесской области, с города Южного, которая выступает за клуб «Химик», Анастасия Тодорова, она выступала в байдарке четверки, они привезли золото. Вы об этом уже знаете. Это, я считаю, что неплохой, как говорится, задел и хорошее подспорье для старшего тренера по женской байдарке Семыкина дальше развиваться в таком же самом ритме. Могу еще отметить спортсменку Людмила Лузан. Тоже хорошо в этом году выступила, показала себя на дистанции 200 метров. Она наступила, можно так сказать, на пятки нашей девочки. Наша девочка наступила на пятки американки Хэрисон, чемпионки мира прошлого года, буквально проиграла ей доли секунды, там буквально спичечный коробок, можно так сказать. Вот. Каноэ двойка женская также в составе Лузан Четверякова тоже неплохо проехали, выиграли дистанцию 500 метров. То есть есть такие моменты, на которые, в принципе, можно, на которых можно дальше нарабатывать и развиваться в том же направлении. Есть, конечно, и провалы. Но в любом случае это можно подводить итоги уже и делать исправления и коррективы на следующий год, уже вносить среди старших тренеров уже изменения. Цей рік викликів перед взагалі всім світом. Гостро стає питання зачинених границь, кордонів. Тобто і ми, Україна, також не виняток. Я так розумію, що у наших спортивних функціонерів, тренерів постало питання підготовки в межах країни і, відповідно, виникає питання, чи є умови для професійних якісних тренувань з веслування в нашій країні. Я впевнений, що є. Юрій, будь ласка, більш детально розкажіть. Що є в нашій країні, що ми можемо дійсно підготувати чемпіонів, таких як Юрій Чебун? Есть у нас, скажем так, есть возможности, даже есть желание, но, к сожалению, нету возможностей. Вот так бы было правильнее сказать. Значит, если разбивать подготовку по сезону, то у нас можно готовиться весна, осень, лето, примерно так. Зиму, к сожалению, у нас негде проводить. Это довольно-таки специфические пора года, когда надо не уходить в долгую спячку, скажем так, как медведь, а всегда быть на уровне. Это дает возможность только теплая вода и теплая пора года, скажем так, теплая погода. Такая, как, к примеру, в Турции, либо Португалии и так далее. То есть там, где температура не опускается ниже 10 градусов, к примеру. Вот. Тогда это дает возможность держать уровень и хорошо развиваться и расти. К сожалению, у нас в Украине это только начинает развиваться. У нас, я думаю, вы уже знаете о новости, что у нас в этом году якобы открыли канал на Тернопольщине. Значит, ситуация там в следующем. На данный момент канал, как бы, насколько я знаю, там ничего не происходит. Его открыли буквально перед приездом президента для того, чтобы он побывал на этом объекте. Они приняли, скажем так, там очередь строительства, они приняли первую очередь, приняли канал. Как сейчас там ситуация будет развиваться, я не знаю. Также могу сказать, что тех людей, которые были ответственны за канал, они поменяли. То есть теперь даже, к примеру, обратиться по поводу канала, теперь приходится обращаться, к примеру, вообще к другим людям, которые, в принципе, не разбираются в спорте и даже не интересуются, какими должны быть спортивные объекты, какие нормативы, какие требования Международной Федерации для проведения международных соревнований. А мы, в принципе, этот канал мы делали под международные соревнования, чемпионат мира среди ветеранов. Это первое соревнование, которое планировалось провести на территории Украины для того, чтобы они стали некими такими вратами для будущих международных соревнований. Это очень важно, потому что на самом деле это влияет на развитие спорта в целом, как международного, так и нашего. Украина на сегодняшний момент не задействована в плане гребли ни одно место, ни одно из мест. Не проводилось еще международных регат, кубков Европ и миров. Значит, вот
такое видение было у нас, как у меня главного тренера, у Сергея Александровича Чернышова, как у президента федерации. Сейчас это на грани срыва, как говорится, на грани под угрозой, скажем так, отмены эти соревнования. Не знаю, конечно, может, это тоже связано часть этого решения с пандемией, конечно же. Я не исключаю такой возможности. Надеюсь, что в следующем году все-таки опять поднимется вопрос достройки этого канала, и мы уже будем иметь еще одно место для того, чтобы тренироваться, отбираться на международные соревнования на территории Украины. Ну, я бачу в собі ситуацію так, що збирають фахівців цієї справи, звичайно, головного тренера, людей, які розуміються на веслуванні, з ними спілкується керівництво держави. І саме побажання вас, веслувальників, людей, які там відрізняють байдарку від каної, які знають, як тримати там весло, їх побажання в першу чергове. А ось це зміни підрядників одних, інших. Тобто ви, я так розумію, поза грою опиняєтесь в цій ситуації. Дело в том, что мы выступаем больше как потребители, как заказчики этого объекта. Да, была такая ситуация, нас, кажется, собирали, мы высказывали, скажем так, свои требования, тем более, помимо наших требований внутренних, еще есть требования международного класса для того, чтобы этот канал соответствовал стандартам неким, для того, чтобы в будущем мы имели возможность не просто его построить, как говорится, и сделать с него памятник, для того, чтобы это был действующий объект, и в нем активно росла молодежь, и мы имели возможность там постоянно делать какие-то свои внутренние соревнования. Поэтому мы в начале, когда только начинался этот процесс, в начале было обсуждение, и на каждой стадии это было все пошагово в плане того, что в плане развития канала это было все проходило. Ну, я имею в виду обсуждение, какие-то коррективы и так далее. Сейчас за последние, скажем так, полгода ничего не происходит, никто никого не спрашивает, никто ни о чем не говорит. И самое, что плохое, что они говорят о прекращении, в принципе, завершение, я имею в виду, завершение строительства этого канала. Вот. В такой информации, к сожалению, пока не присутствует, что касается по 2001 году. 2021 рік, рік Олімпійських ігор, все ж таки будемо сподіватися, що ігри відбудуться, але ми розуміємо, що це будуть ігри за новими правилами життя, за новими правилами часу. Ми вже звикли до спортивних змагань без глядачів, звикли до соціальних дистанцій, постійної дезінфекції. Це зрозуміло, це правильно. Припустимо, що Олімпіада відбудеться з обмеженою кількістю глядачів. Наскільки я розумію, в змаганні з веслування глядачі там не так, на мій погляд, важливі, як там на футболі чи на баскетболі. Веслувальник, він зосереджений на своєму... На дистанції. Так, на дистанції і на своєму транспортному засобі. І він не чує, не бачить, що там відбувається за кілька десятків навіть метрів. Наскільки критична наявність глядачів для вашої дисципліни, пане Юрію? На самом деле, вы правы, так и есть. Для нас болельщики, физическое присутствие болельщика именно на самом объекте особо не важно. Для нас важны болельщики, чтобы они были, как говорится, в здравии ума и духа, находились в том месте и действительно переживали, смотрели там по YouTube, либо по каналу, там, и в таком контексте переживали. Потому что, по большому счету, когда идет заезд, не слышно ни одного человека, ни одной реплики. Все сходится в один, кажется, общий гул, и ты в этом фоне звуковом ты, в принципе, и финишируешь. Ты не успеваешь улавливать ни один звук. Ты думаешь, вы правильно сказали, ты думаешь о своей дистанции, ты, собственно говоря, сосредоточен на прохождении, на том, чтобы прийти к финишу первым, чтобы сделать за этот промежуток времени дистанции, чтобы сделать все точно, как ты нарабатывал весь год и весь, в принципе, четырехлетний цикл. То есть вот эта основа является тренер, спортсмен, дистанция, соперники. Вот. Болельщики, они уже имеют, конечно, больше влияния на сам вид спорта, насколько вид спорта интересен болельщику. Вот это больше всего важно.
Але якісь все ж таки обмеження, ну, наприклад, життя там в тому ж в олімпійському там селищі чи в побутове життя під час Олімпіади, до цього вже потрібно готуватися. Ну, це ще під питанням, як це буде організовано, але якісь обмеження будуть. Ну, я скажу, що ограничения есть везде, просто каждый их по-разному выполняет. Вот, к примеру, мы были в Турции, но там заставляют ездить в машинах, даже в масках, в транспорте общественном, в личном транспорте. На улицах люди тоже одевают маски. И там это все, в принципе, выполняют. Оно видно, видно невооруженным глазом, что люди это делают не для того, чтобы, скажем так, как для галочки, а для того, чтобы действительно не передать эту бациллу, не быть распространителем. У нас как бы некие правила есть, но они мало соблюдаются, что ли, и мало контроля немає. Контроля, да. Так. Вот я только хотел вот это вот слово сорвали. Мало контроля для того, чтобы это все соблюдалось. Плюс уже люди, для людей уже, в принципе, не новинку, что кто-то болеет коронавирусом. Если раньше мы не ощущали угрозы, потому что мы ее не видели, не чувствовали, то сейчас для нас уже не ново, если там сосед, к примеру, заболеет, ну и заболел. Раньше мы бы, к примеру, как только бы это, если бы это вначале было заболевание, к примеру, по соседству, мы бы уже опечатались целлофановой какой-то лентой, чтобы не было проникновения. А сейчас это уже норма. Люди научились с этим жить, они уже знают, что действительно на эта болезнь на кого-то действует усугубляющая, а на кого-то она просто проходит, он даже ее не замечает. Тут уже вопрос внутреннего характера, насколько человек готов бороться с этой проблемой у себя внутри. Конечно же, если он не ведет здоровый образ жизни, если он там курит, гуляет, пьет и так далее, то оно и соответствующее действует на него. Если он ведет здоровый образ жизни, соответственно, протекает как обычная простуда. Я говорю об этом, потому что я также болел этой болезнью, и она у меня прошла как обычная простуда. Я, в принципе, не ощутил такого уж большой угрозы для своей жизни. Але є різні ситуації, як ви підкреслили. Ще таке питання, хочу в кінці нашої розмови поставити, серйозне, філософське. Зацікавленість дисципліною вашою, медальною дисципліною, взагалі не тільки в Одещині, взагалі в Україні, воно так прокидається раз в 4 роки. Раз в 4 роки, коли наші спортсмени привозять медалі, золоті, як в вашому випадку, інші медалі, срібні, бронзові, постійні прийоми у мера, голови облдержадміністрації, у перемоги, як завжди, багато отців. Хочу згадати. А зараз, поки далеченько до Олімпіади, чи є зацікавленість в наших олімпійських призерах, олімпійських чемпіонах з боку, можливо, там, місцевої влади, якихось там чиновників, які, я впевнений, настане літо, і ми побачимо в соціальних мережах фотографії з вами там в 2016-му, 2012-му роках і інших наших переможців. Да, такая ситуация, в принципе, каждый раз. Это уже не новость для спортсменов обычно. Я думаю, что каждый спортсмен, который сейчас смотрит наше видео, он, я думаю, что поддержит меня в том плане, что он замечает для себя, что после побед у него появляются какие-то в окружении новые люди, которых он никогда не видел и не знает. Но они, как бы, тем не менее, есть. Такая ситуация, в принципе, есть повсеместно, это не только в нашем виде спорта. Это, скажем так, это проблема не нашего вида спорта и даже не этих людей. Это проблема вообще, в принципе, пропаганды спорта у нас в государстве. Так как у нас нет градации, вот, к примеру, как в былые времена, когда уже со школьных лет идет четкое по возрастам, четко идет группы. И идет пропаганда здорового образа жизни. Вот это вот самое основное, то, что на что нужно уделять внимание. Сейчас у нас спорт находится, скажем так, ну, мягко сказать, на грани вымирания, потому что им занимается только тот, кто хочет. Либо для финансирования себя самого ему нужно искать какие-то альтернативные источники, либо ему нужно выбирать, продолжать ему спорт, либо идти дальше учиться и зарабатывать деньги. Когда у нас
станет вопрос в том, чтобы, в принципе, спорт — это не для денег, а для того, чтобы быть здоровым, тогда у нас ситуация и поменяется. Тогда и поменяются, я думаю, я больше чем уверен, поменяются те же самые чиновники, которые, чиновники-однодневки, можно так сказать, которые всплывают только в определенный период, когда, когда приезжает какая-то олимпийская медаль. Но медали приезжают, как вы знаете, они приезжают каждый год, ну, вернее, каждый олимпийский год. Вот. Но потом идет, после олимпийского года идет затухание. То есть нету интереса, нету, особо никто не спрашивает, чем люди занимаются. То есть все идет в обычном режиме. Вот. Когда, если чиновники будут ответственны за вот этот процесс, если каждый из них, кто бежит навстречу спортсменам, каждый из них будет отвечать за свой пласт работы, тогда это и соответствующе будет, как говорится, и награждаться, и вознаграждение как спортсмена, так и того же самого чиновника. Мій викладач з математики в такому випадку неодмінно згадав би слово синусоїда, коли олімпійський цикл, є зацікавленість спорту, потім проходить рік-два, і у нас нема ні висловальників, ані інших дисциплін. Юрію, я дякую за розмову, я бажаю успіхів вам, вашим спортсменам, яких ви тренуєте. Головне побажання – це насамперед здоров'я, а перемоги, я впевнений, прийдуть. До золота золото притягується, Юрій. Я впевнений і дякую за те, що ви робили і в 12-му, і в 16-му, і в 8-му, і взагалі для українського спорту загалом. Успіхів вам. Спасибо. В 21-му році. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Пхемій. До наступних зустрічей в ефірі.